После пресс-конференции Владимир Путин в канун Дня работника органов безопасности выступил перед сотрудниками спецслужбы. Коротко остановился на результатах их работы и поставил новые задачи. Своими подвигами, своим героизмом они писали множество легендарных, славных страниц. Им предали спецслужбу и историю нашего общества. Последний большой неоценимый вклад в приближение и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно. Тем более активно нужно противодействовать экстремизму. Насколько разрушительной для государства и общества может быть эта угроза, мы видим на примере ряда зарубежных стран, да и свой печальный, совсем недавний опыт. Исторически мы не даже забыли. И надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную радикальную деятельность.